И всем привет, ребят, с вами снова Андрей. Сегодня моему первому видео исполняется год. Да, ребят, исполняется год, извините. Вот. Это видео вышло 15 июля 2020 года. Сейчас у нас 2021 год. Ну и моему видео исполнился год, да. И сейчас у нас будет реакция на видео моего первого. Да, если что, ссылка на оригинал моего первого видео будет в описании. Давайте смотреть. Ну а вы, ребята, перед началом видео не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Это тоже очень важно. Поставили лайк, подписались? Я считаю на счет раз, два, три. Если ты успел, то ты молодец. Но мы приступаем к нашему ролику. Ну что ж, поехали. Давайте смотреть. Всем привет, с вами Андрей. Меня зовут Андрей. Добро пожаловать на мой канал. Я буду блогером. Блогером? Ну, прикольно, ребят, конечно. Там его еще таким непонятно, но еще о Ютубе ничего не понимал. Давайте посмотрим. Как вы знаете, я уже снимал много видео, но так как Ютубе... Ну, я это так, для себя снимал видео и подумал, что меня и вправду смотрели ребята. Но, к сожалению, это нет. Давайте смотреть дальше. Короче, я решил снять видео и сделать себе канал. И, короче, ребята, я хочу вам показать много своих разных игрушек. Сейчас я буду показывать свои игрушки, сейчас, которые уже устарели. Сейчас... Офигеть. Тут вот столько прошу. Выражений моего сейчас, лица. Подождите, я сейчас их принесу. Ну, тут, конечно, у меня небольшой такой беспорядок. Я должен тут убраться. Кстати, ребят, кто не знает, я был в гостях у бабушки. Скоро я поеду к бабушке, и моему видео уже точно исполнился год. Вот. Знаете, какой у меня вот такой вот трансформер появился, вот такой. Ну, я-то этими игрушками так-то не увлекался, просто вам показывал. Вот такой вот, из Макдональдса. Вот. А еще у меня есть вот такой вот пистолет из Майнкрафта и алмазная кирка из них. Какая алмазная кирка? Я что, совсем что ли там был непонятным каком-то? Это алмазный меч. Правда. Вот. Еще у меня есть Флэш, Робинзон, Бэтмен еще лежит. Ну, Бэтмен. Вот Бэтмен. Вот. Это Робинзон. Извините, что вам Робинзона показал. Ну так я даже там Бэтмена не показал, представляете? Вот. Офигеть просто, ну, смотришь вот. Свое первое что видео, когда ему, моему каналу год исполнился. Вот. Ну, лего-человечками я тоже увлекался, даже сейчас с ними играю. Если хотите, выложу про них какую-то историю. Так вот, еще у меня есть логотип канала СТС. Вот, СТС, сейчас покажу. Вот. У меня появилось... Ну, логотипами канала я не очень уж увлекался, но так-то нормально. Вот, поэтому вот. Ну, так что вот такие у меня игрушки. У меня тут игрушек очень много, так что показывать, наверное, это долго, наверное, будет. Вот. Еще у меня появились новые фломастеры. У меня... О, новые фломастеры, которые у меня сейчас перестали рисовать, так полностью. Все фломастеры. И этими новыми фломастерами я что-то нарисовала. Вот. Я сейчас в гостях у бабушки сейчас. А так-то я на самом деле живу в Череповце, переехала в Петербург. И у меня такой отпуск. И мы приехали в Ульяновск. В отпуск мы не могли поехать с мамой, потому что коронавирус. Так вот, вот там вот папа сидит, там все остальные сидят, но... Так-то видео прикольное. Кстати, я снимала видео у бабушки. Да, ребят, кто не знает... Это был я у бабушки, и там снимал свое первое видео. Ну, я вам их покажу пока попозже. Так вот. Еще у меня есть вот такой вот самолет. А вот тут классика, мне, ребята, Игорь осторожно. Я подарил его, я ему сказал спасибо. Папа уже приходил делать, а я уже все сам сделал, представляете? Да, видите, какой я. А сегодня мы с папой ехали в поход. Офигеть, ребят, просто офигеть. Это просто не могу понять, каким я там был непонятным. Столько выражений там, лица. В походе побывали. Короче, мне все понравилось. Вот. Поэтому сегодня вот такой вот мы день повели. Вот сегодня я решил стать блогером. Блогером. Ну да, так и не набив себе еще много подписчиков. Ну а так-то я молодец, за год 34 подписчика. Подписывайтесь на мой канал.
Ну, а с вами был Андрей. Кто мое имя запомнил? Всем удачи, всем пока. Ребят, это вообще непонятно, что я сейчас вообще смотрел. Это мое первое видео. В принципе, ребята, вот такая была реакция. Ссылка на оригинал в описании. Всем удачи и пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Сегодня моему каналу исполнился 1 год. Ну и моим новым видео. Всем пока.